Привет, меня зовут Люда, это мой розовый микрофон, и это значит, что мы идем на самое грандиозное бьюти-шоу, Ukraine Beauty Show. Будут брови, глиттер, фейс-чарты, да-да, идемте. То, что красота спасет мир, сомнений нет. Вы просто посмотрите на эту зону чемпионата. Более 100 участников. Абракадабра, победиабра. Все всегда кроется в любви. Я считаю, что любовь – это самый главный двигатель прогресса. Я очень люблю людей. Я очень хочу, чтобы каждый человек нашел свое жизненное счастье, чтобы он нашел свое предназначение. Немного коряво, но я старалась. Анна Кравченко вообще молодец, она такой стимул, прям мусинка моя, очень круто, нам все очень нравится. А вот и закрытый форум. Батя макияжа Макс Гилев вещает. И вообще, все самое интересное происходит тут. Ребят, получайте удовольствие от каждого денечка в вашей жизни. А иначе зачем оно нужно было? Он не настоящий, смотри. Нет, все. Это же просто провокация. Мне кажется, нет, мне не кажется, здесь просто идеально. Вот, пожалуйста, 3D-зона с котиками и косметикой Elan. Это просто лучший ансамбль. Вы видите эти глаза? Ты вампир? Королева ночи? Кто ты? Какой кастинг проводит Elan на технологам? Почему все такие красивые? Мне кажется, что на самом деле красивыми становятся именно уже в Elan. Потому что когда ты не в Elan, ты не знаешь, что с этим делать. С Elan ты умеешь себя преобразить. Ты просто вся сияешь. Это сияние победителя? Да. Да. Привет! Я будущий чемпион мира. Планирую тоже делать брови теперь. Сегодня узнал, что такое мицеллярка и что такое градиент. Шах и мат. Как так случилось, что из салона красоты вы создали империю, детский лагерь, косметика, просто куча фанатов и последователей? Если в общем говорить о наших проектах, да, это, наверное, о любви. О любви к клиентам, о любви к нашим покупателям, к нашим студентам. Поэтому все делается через любовь. Сколько номинаций, сколько медалей? Пять. Мама, героиня, красоты, бровей. Вся мама чемпион? Да! Да! Хочу реально выразить благодарность за все мероприятия. Настолько высококлассная организация, настолько классное скопление, концентрация творческих людей. В следующем году, давай здесь же, только с медалью и первое место. Договорились. Все, да. Давай. Yeah. Не, ну кроме шуток, или это реально? Это невозможно. Серьезно, серьезно, я тебе сейчас подробнее расскажу. На третью UBS это? Да, ты представляешь? В смысле? Сайли! Это невозможно. Это было грандиозно, это было потрясающе. Нет, ребята, это было блестяще. До новых встреч!